среду в Самарской области ясно и без осадков. Температура воздуха в дневное время 0 плюс 2 градуса, ночью 4-6 ниже 0. Ветер восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем нулевая температура, ночью 4 ниже 0. Ветер восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 1, ночью минус 4. Восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем 0 градусов, ночью минус 6. Ветер восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.